В регионе стартует месячник борьбы с туберкулезом. Об этом объявили сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с этой болезнью. Участвовали представители Министерства здравоохранения области, регионального отделения Красного Креста, медицинские работники. С 24 марта по 24 апреля запланированы тематические спектакли и конкурсы для детей и молодежи. Это главная целевая аудитория, на которую рассчитана профилактическая работа. С 2000 года глобальные усилия по борьбе с туберкулезом во всем мире позволили спасти около 66 миллионов жизней. Однако пандемия COVID-19 внесла коррективы. В 2020-м впервые за 10 лет был отмечен рост смертности от туберкулеза. Эксперты обнадежили. В нашем регионе приняты все меры для того, чтобы минимизировать риск распространения болезни. Если мы будем совместными усилиями работать, то, я думаю, заболеваемость все-таки будет снижаться, снижаться и снижаться.